среду из Англии пришло видеообращение, записанное от Юлии Скрипаль. Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль. Это был монотонно произносимый текст от молодой девушки, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Естественным было бы ожидать хоть каких-то эмоций. Но Юлия произносила, очевидно, заранее написанный чужой текст однообразной скороговоркой, используя совсем непривычные для себя слова и термины. Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Явно неразговорная речь в устах Юлии, вызывающая сомнения в искренности и добровольности произносимого. И вообще, у меня, как у филолога по образованию, твердое ощущение, что текст – перевод с английского, причем не очень умелый. Типичная ошибка перевода с английского, например, когда в русском оставляют вспомогательный глагол, который у нас просто не нужен. Ну вот, например. Я была выписана 9 апреля из больницы. По-русски ведь просто, без «была». Меня выписали из больницы, не так ли? Но тут же опять. Моя жизнь была перевернута с ног на голову. Ну разве это по-русски «была перевернута»? Да по-русски же просто «моя жизнь перевернута». И дальше. И сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Не по-русски как-то, громоздко и ненатурально, зато английский аромат прямо-таки прет. И вот дальше, ключевой момент. Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну. Домой, в мою страну. Тоже не по-русски. Либо уж просто «домой», либо «в Россию». А «домой», «в мою страну» как-то уж совсем по-нашему криво. И дальше, мол, не приставайте. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Принятие – профессиональный психологический термин, обозначающий финальную фазу работы горя. Уж точно не из обыденного лексикона. Юлия Скрипаль – географ по образованию. Кстати, изначальный английский текст, даже англичанами, распространен и аккуратно переписан рукой Юлии Скрипаль. Это не то, что чистый английский, это кристальный, изысканный бритиш, оксфордский, явно от хорошо образованного носителя языка. Здесь британские спецслужбы на компромисс не пошли, но на этом же и прокололись. В общем, после заявления Юлии Скрипаль вопросов больше, чем ответов.